Ну вот группа Traveling Wilburys, это вот иллюстрация того, что индивидуалисты, яркие такие, которые сами по себе монстры творчества, когда собираются вместе, они теряют свой блеск. То есть я считаю, что Traveling Wilburys, конечно, это, конечно, Том Петти, Рой Орбисон, это все боги, мои боги, боги рок-н-ролла, Джош Харрисон, кто тут еще, Джефф Лин и еще кто-то. А, и извините, Боб Дилан. Так ведь, да? Но все вместе, я считаю, что вообще это, конечно, извините меня, да простят меня боги рок-н-ролла, но мне кажется, что это все вместе весьма посредственно. Но все равно я слушаю, все равно. Все равно это пробивается, все равно это вот... Но вот они, понимаете, эти монстры, они по отдельности, они великолепны, а вместе вот теряют силу. А вот в случае Битлз, наоборот. В случае Битлз они как четыре кристалла. Вот вместе они Битлз, а по отдельности они, к сожалению, к большому сожалению, осколки Битлз. Хотя, конечно, некоторые опусы Леннона, Маккартни, Харрисона и даже Ринга, они достойны Битлз. Но. Это у нас трасса М7 в сторону Москвы. Мы объезжаем Чебоксары. Чебурашка, Чебоксары. И, кстати, хочу заметить, что мое любимое небо как раз именно вот такое. Именно вот такое. Ну, двигаемся. Сейчас у меня какие мысли, что нам надо будет с вами обязательно съездить в Новгород. И, собственно, сказать. И, собственно, рассказать. Все, что я знаю об острове Сокровищ.